Всем привет! Сегодня особенный выпуск, так как я буду советовать те товары, которые лично мною опробованы на длинной дистанции, и я могу их смело советовать к покупке. Почти на все товары из видео у меня есть обзоры на канале, так что я подтверждаю их качество. И кстати, хочу заметить, что на AliExpress есть реальные скидки. Я лично вчера заказал много товаров по вкусным ценам. Их главное отличать от фейковых скидок. Я отобрал для вас реально низкие цены и реально достойные товары. Приятного просмотра! Аккумуляторная циркулярная пила. Очень полезная вещь в любой мастерской или частном доме. Я лично опробовал ее, и это стоящая вещь. Данная модель представляет некоторую копию известных брендов, адаптированную под батареи линейки Makita. В основе работы лежит эффективный бесколлекторный двигатель, обладающий гораздо большим КПД по сравнению с традиционными коллекторными. Пила снабжена сдвоенной прорезиненной рукоятью, при помощи которой надежно удерживается в работе. Приятной особенностью является наличие подпружиненного возвратного кожуха, который способствует безопасности работ, защищая оператора от разлетающейся стружки и сучков, а также предохраняя изделия и оснастку в тех случаях, когда инструмент кладут не дожидаясь остановки диска. Угол наклона составляет не более 45 градусов и регулируется специальной планкой с винтом. С этой пилой рекомендую использовать оригинальные аккумуляторы от Makita, так как китайские слабоваты, но сама пила то, что нужно. Домофон – классная вещь для квартиры. Широкий 7-дюймовый емкостной сенсорный TFT-экран позволяет легко просматривать видео и изображения, а также удобно управлять различными функциями домофона с помощью кнопок. С помощью IPC-функций вы можете подключать к домофону IP-камеры для расширения области наблюдения. Будь то входная дверь, двор или другие зоны вашей собственности, вы всегда будете в курсе происходящего. Видеодомофон легко интегрируется с уже имеющей системой сигнализации, обеспечивая еще большую безопасность вашего дома. Вы получите оповещение о возможных нарушениях безопасности и сможете принимать соответствующие меры. Оснащен встроенным микрофоном и громкоговорителем, благодаря которым можно без препятствий вести двухсторонний разговор с гостями у входной двери. Я так, кстати, лично часто делаю. Стерилизатор для зубных щеток. Гигиена ротовой полости чрезвычайно важна для здоровья зубов и десен. Этот ультрафиолетовый стерилизатор с легкостью уничтожает микробы, которые начинают скапливаться на щетке, как только вы ополоснете ее после очищения ротовой полости. Такое приспособление станет универсальным и полезным ванным прибором. Диспенсер для щеток является простым, но инновационным товаром. С помощью него ваше утро и вечер станут гораздо проще, и вы сэкономите свое время. Что еще удобно, в стерилизаторе можно настроить часы, и при посещении ванной комнаты вы будете постоянно знать время. Это удобно, хоть и сразу может показаться, что непрактично. Гибкий держатель в авто. В некоторых авто это просто необходимый аксессуар. Данная модель нестандартная, она имеет длинный гибкий держатель, который можно настроить как вам угодно. У меня минивэн, и мне обычные держатели, которые крепятся на воздуходувы, не подходят, и только этот вариант оказался идеальным. Дополнительная липкая накладка на приборной панели обеспечивает лучшую стабильность и безопасность, предотвращая падение телефона во время вождения. В комплекте идет дополнительный зажим для воздуходува, но мне подходит липучка, которую я приклеил на торпеду. Держатель очень хорошо зажимает смартфон любых размеров, так как в нем есть запас зажима. Изделие сделано очень качественно, и вынуть смартфон тоже очень легко, так как сзади есть кнопка грамотно спроектирования для удобного нажатия. Катаюсь таким держателем больше года и очень доволен. Колонки Tronsmart. Halo 100 – это продвинутая Bluetooth-колонка, которая обеспечивает достаточную мощность в 60 Вт и отличное качество звука. Водонепроницаемость IPX6 защищает от влаги и делает устройство идеальным для использования в дождливые дни. Вы можете подключить его к другим динамикам для получения незабываемых впечатлений. Колонка поддерживает популярные программы голосового управления, а также с помощью приложения можно получить доступ ко всему набору функций устройства – управления эквалайзером. Это идеальное оборудование для использования вне дома, поскольку оно позволяет слушать музыку до 18 часов. Кроме того, Halo 100 имеет встроенную светодиодную подсветку с 5 различными режимами. А это Tronsmart T7, не такая мощная, как Halo 100, но тоже очень достойная и стоит поменьше. Сверху расположена главная особенность линейки – шайба регулировки громкости. Вращается она с некоторым натягом и эффектом трещотки. Очень крутые тактильные ощущения.
Вокруг нее установлена LED-подсветка, которая имеет целых 4 режима свечения. Один из режимов является Beat Driving, то есть работает синхронно в паре с музыкальным треком. Мощность, кстати, 30 Вт. Когда монтирую это видео, слушаю музыку через Т7, и это класс, рекомендую. Биде на унитаз – одна из самых лучших покупок за все время знакомства с AliExpress. Одним из главных преимуществ механического биде является его достаточно низкая стоимость по сравнению с электронными крышками биде и унитазами с функцией биде, а также удобство использования по сравнению с гигиеническим душем для унитаза. Механическое биде или накладка на унитаз устанавливается под сиденье унитаза, подключается к холодной и горячей воде, не требует подключения к сети. Биде обладает функциями омывания теплой водой. Доступна функция общего омывания и женского омывания, это отдельная форсунка. И еще есть функция очистки форсунок. Совместима со стандартными по ширине и длиной унитазами. Имеет сверхтонкий дизайн для еще лучшей совместимости с сантехникой. Легко снимается с унитаза и также устанавливается. Утепленная куртка со встроенным нагревательным элементом из углеродного волокна в области спины, шеи и карманов. Работает от внешнего аккумулятора, подарит ощущение тепла и комфорта в любую погоду. Уникальный и инновационный продукт на европейском рынке одежды. Она у меня уже, кстати, 2 года и даже 2 раза была в стиральной машинке и работает без проблем дальше. Нагрев куртки осуществляется благодаря специальной высокотехнологичной пленке из углеродных нанотрубок, расположенной под подкладкой изделия. Для наибольшего комфорта можно вручную выбрать один из 3 режимов работы или воспользоваться автоматическим. После 5 минут работы на максимальном уровне нагрева электрогорелка самостоятельно перейдет в режим средней интенсивности. Диапазон температур от 25 до 35 градусов. При использовании аккумулятора емкостью 8000 мАч нагревательный элемент будет работать от 3 до 8 часов. В зависимости от выбранного режима работы и температуры окружающей среды. Ночник с часами – это элегантный и функциональный аксессуар для дома. В компактном устройстве одновременно помещаются ночники, часы и будильник. Цветовая температура свечения основной части – 4000 кельвинов, что соответствует нейтральному дневному оттенку. Фактический световой поток составляет около 12 люмен, потребляемая мощность – 3,4 ватта. Такой ночник – это стильное, компактное и функциональное устройство, которое может пригодиться не только в качестве источника света, но как часы и даже будильник. Лично я пользуюсь ночником только как часами. Модель хорошо впишется почти в любой современный интерьер, как в спальню, так и в домашний кабинет. В описании я оставил несколько ссылок на разные ночники, так как мой светильник уже не выпускают, но есть похожие с такими же характеристиками и хорошими отзывами, так что могу смело рекомендовать. Торнадор – профессиональный аппарат для химчистки. Помогает очищать недоступные места и воздуходувы с помощью давления и вихревого потока выбрызгивающей жидкости. При работе торнадор полностью очищает и поднимает ворсу покрытия. После обработки покрытия аппаратом для химчистки оно остается практически сухим. Несмотря на профессиональность устройства, им работать очень просто, хотя для работы нужен компрессор. Устройство имеет 2 положения клапана. Первое положение – это подача воздуха и моющего состава. Состав подается под давлением на поверхность и размачивает загрязнение. Второе положение – это только подача воздуха для выбивания грязи из поверхности с помощью эффекта торнадо, создаваемого крутящим носиком внутри горлышка. Загрязнение выбивается и оседает внутри горловины. Очистить горловину от грязи можно простым погружением носика прибора в ведро с водой и подачей туда воздуха. В гараже, например, такая вещь очень пригодится. Комплект для управления светом с пульта. Включение и выключение нагрузки, используя пульт дистанционного управления – это основная задача устройства. Так, одноканальное устройство позволяет включать или отключать одну нагрузку, а многоканальную, соответственно, множеством. В зависимости от типа используемого устройства, имеется 3 и более типа включения нагрузки. Применяю данные выключатели для дистанционного включения-отключения ламп освещения или накаливания, так и люминесцентных, а еще для управления подъемников, электродвигателей малой мощности, пускателей и других устройств, если их потребляемая мощность не превышает допустимую. Я, например, управляю освещением у гаража с помощью такого блока, и он работает уже у меня больше 3 лет без проблем. Комплект подсветки для дверей авто.
до покупки авто, в котором уже была установлена такая подсветка, даже не думал, что она может быть такой удобной. Подсветка дверей выполняет две функции. Первая чисто эстетическая. Установка проекторов в двери – это красивый тюнинг, который подчеркивает индивидуальность вашего автомобиля. А вот вторая функция, другая, помогает осветить место под дверью. Таким образом снижается риск попасть в грязь или лужу при посадке и высадке из автомобиля. Стоит недорого, устанавливается быстро, эффект просто пушка. Обновленный настенный дозатор для жидкого мыла с полноэкранным дисплеем отображает температуру комнаты, заряд аккумулятора, режим подачи пены. Сенсорный дозатор можно использовать в трех режимах подачи пены от 2 месяцев и более без подзарядки благодаря большой емкости аккумулятора в 2000 мАч. Заряжается быстро и безопасно по кабелю Type-C. Емкость резервуара 300 мл, этого хватит на 500 раз получить пену, которую можно использовать всей семьей в течение длительного времени. Высокоэффективный двигатель обеспечивает низкое электропотребление, а также тишину для вашей ванной комнаты. Я сам лично заказал еще один такой вчера, так как обычный дозатор, который на батарейках, на длинной дистанции не выгоден, так как постоянно нужно менять батарейки, а в этом дозаторе аккумулятор встроенный. Еще один дозатор, но уже для моющего средства в кухню. Очень удобная вещь на кухню. Монтируется на кухонную мойку или на столешницу. Диаметр отверстия 30 мм. Такой дозатор позволяет освободить пространство рядом с мойкой от емкостей с моющими средствами. Вся верхняя часть кухонного дозатора выполнена из цельной латуни или из пластика. Все зависит от цены дозатора. По ссылкам в описании есть разные дозаторы по разным ценам. Заполняется сверху через съемную насадку без отсоединения емкости. Он удобен в уходе, для промывки достаточно заполнить дозатор водой и прокачать носик. В сочетании с кухонными смесителями они придают кухне органичный дизайн. Все модели кухонных моек могут быть дополнены такими дозаторами моющего средства, а отверстие можно просверлить самому, используя коронку. Я, например, когда покупал кухню, то сразу после ее установки дозаказал себе такой дозатор и им очень доволен. Вещь реально удобная и, что немаловажно, стильная. Обязательно напишите, что вам понравилось из этого видео, мне интересно, так как эти товары есть у меня в использовании. А также пишите, что вы уже заказали или планируете заказать на этой распродаже. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы я мог радовать вас новыми интересными товарами. Всем спасибо за просмотр и пока-пока, увидимся!